Добрый день, я немножко хочу объяснить о себе, так как посиделки на кухне – это совершенно моя вещь, то есть в том смысле, что касается меня, что получилось занятием разными продуктами из трав, из экстракта трав. Я со школьной скамьи интересовалась разными растениями, но как-то мне не сложилось, я математик и физик, по телекоммуникации специалист, но все-таки пришли такие фирмы на рынок лет 30 назад, 25, что я поняла, что для меня экстракты трав очень полезны для моей печени. Я действительно получила результат. И поэтому я занимаюсь такими продуктами. Мой домашний доктор аж вот такие талмуды у себя поставил на полках, потому что я пришла и ему объясняю на немецком, выучила немецкие травы, названия очень трудно, ну что делать, и даже так влияю на своего доктора.